Всем привет, народ! И сегодня мы построим статую Человека-паука. Очень много было заявок, чтобы была построена такая статуя, поэтому приступаем. Значит, смотрите, нам понадобится черный материал, кварцевый блок, синяя обожженная глина, бирюзовая обожженная глина, красная обожженная глина. Итак, начинаем. Ставим, значит, красную обожженную глину, 8 блоков. Все, поставили мы, значит, 8 блоков. В высоту поднимаемся на 4 блока. То есть вот мы сейчас застраиваем третий ярус, и вот здесь сейчас четвертый. Все, теперь смотрите, мы выбираем, я буду называть голубой материал. В общем, ставим, значит, голубой материал, а далее по бокам вот так. Потом берем синий. И смотрите, сейчас мы будем делать определенную конструкцию. То есть смотрите, ну, внимательно прямо смотрите, потому что это будет не из простых, так сказать, действий. Примерно как вот Дэдпул. Кто смотрел Дэдпула, то, наверное, видел, что там как бы не, ну, не все так просто было. Вот, значит, мы вот таким образом все застраиваем. Вы видите, все прекрасно. Так, так, все, вы видите. В общем, смотрите, теперь поднимаемся выше. Мы начинаем строить вот такую штукенцию. Далее поднимаемся на раз, два, три. То есть это, смотрите, три блока, это четвертый. И вот здесь на четвертом мы как бы вот такую загогулину делаем. Оп. Далее, народ, мы сейчас будем делать еще, вот застраивать, вернее, материалом. То есть сейчас мы берем голубой материал и, значит, застраиваем. Так, вроде неплохо получается. Так, смотрите, значит, сразу даже отмечу, что следующая серия, скорее всего, я, конечно, не гарантирую 100%, но я думаю, будет про Бэтмена. Потому что очень много людей тоже просило, чтоб я построил статую Бэтмена. Как бы я так подумал, да... Герои серии Marvel достаточно хорошая задумка, поэтому, наверное, нужно обязательно сделать этих героев. Ну и вообще, как бы, статуи такие. Ну, да, статуи знаменитых героев, почему бы нет. Вот, значит, смотрите, получилась вот такая конструкция, вы видите. Далее мы вот здесь застраиваем, значит, красным материалом. Все это, как бы, у нас получается такой пояс. А далее мы, значит, делаем вот здесь такую штуку. То есть на 3 высоту поднимаемся. 3, значит, блока ставим высоту. А вы видите. Далее, значит, мы вот здесь, значит, делаем вот такую штуку. Так, теперь, значит, делаем дальше. Так, 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 вот так, значит. Ставим красные блоки, вы видите. Далее, значит, тоже начинаем застраивать таким же зеркальным образом. Далее, вот здесь все соединяем, и вот здесь надо все застроить, это такой грудак нашего Спайдермена получается. Так, далее, смотрите, народ, мы вот здесь заделываем все это голубым материалом, следующим образом. Так, теперь далее, вот здесь тоже все застраиваем, да, получилось реально прикольно, вот, можете посмотреть. А, так, теперь нам надо сделать, сейчас скажу, чуть выше, вот, значит, 3 блока, так, 4 лучше, да, 4 высоту. Так, сейчас я подумаю. Так, делаем, значит, руки, смотрите, ставим голубой материал, ставим вот так, значит, почти до самого верха. Далее, вот здесь, значит, ставим еще красный, вот таким образом застраиваем, вот, вы видите. Далее, здесь, как бы, смотрите, 4 блока надо в бок. А далее, вот здесь, мы, значит, тоже застраиваем, то есть это у нас уже тут как бы шея получается, поэтому ничего сложного нету. Все, значит, здесь также 4 блока в бок уходит. Так, здесь, значит, тоже застраиваем вот таким образом. Здесь можно все прям заделать красным. То есть у нас здесь будет как бы узор Человека-паука. То есть ничего такого сложного здесь нету. Но постройка как бы будет реально крутая. Так, выбираем, значит, черный материал. И смотрите, вот здесь убираем лишний блок. Ставим вот такие, значит, штуки. Так, да, вроде прикольно получается. Смотрите, значит, вот здесь мы тоже заполняем все это дело. Так. Вот, получается как бы такой, знаете, узор уже паука. То есть как у Человека-паука, то есть такой же узорчик. Далее, вот здесь сейчас будут руки. В общем, тут тоже не из простых действий, поэтому смотрите внимательно. В общем, мы, значит, берем, строим вот так голубым материалом. Так, здесь тоже ставим голубой блок. Далее, значит, мы выбираем синий и вот таким образом ставим, вы видите. Далее, вот здесь все вот так застраиваем. Здесь тоже ставим, значит, синий. Он выглядит как сиреневый, но это синий материал. Я не знаю, почему он так выглядит. В общем, все это застраиваем. Так, вот вы видите, да, то есть так как бы наискосок идут. Здесь тоже так же строим, то есть, смотрите, ставим синий по бокам.
Далее, чуть ниже, значит, голубым, то есть прям так же, как там, то есть, ну, полностью зеркальное отражение, грубо говоря. У нас же костюм-то одинаковый, соответственно, все должно быть одинаковое. Так, значит, смотрите, делаем вот здесь все синим материалом. Да, получается реально круто. Все здесь застраиваем, да, вот, смотрите, все получилось прям зеркально. Далее, смотрите, народ, мы будем сейчас делать, так, вот здесь руку, ну, вернее, кисть руки нашей, вот так просто вверх поднимаем и вот это все красным заделываем, то есть, вроде все просто. Да, все это заделали красным, теперь мы, значит, с этой стороны точно такую же руку делаем. Так, и поднимаемся наверх, и, соответственно, все это соединяем. То есть, довольно, вот эта часть довольно простая. Сейчас, когда мы это все закончим, мы будем делать спину. Значит, все, посмотрите, получилось все. Вот такой, значит, передний вид. Прикольно, да. Теперь, народ, мы будем делать спину. Значит, переходим в бок вот сюда. И вот, смотрите, раз, два, три. Ставим три блока красных. Далее, народ, вот здесь, значит, все заполняем красными блоками. Так, также поднимаемся в высоту на 4 блока. То есть это мы сейчас застраиваем второй ярус. Сейчас мы будем делать третий. И вот сейчас мы будем делать четвертый. Все, сделали четвертый. В общем, теперь смотрите. Выбираем, значит, материал голубой. Также ставим сбоку 2 голубых блока. Далее, с этой стороны тоже 2 голубых блока. Здесь, значит, все заполняем синими. Вот здесь, кстати, смотрите, цвета, да, нормальные. То есть если вот там они как-то вот отражались, как будто не синий был, а, я не знаю, сиреневый как будто, да. Здесь вот цвета нормально отображаются, как и должны быть. Видимо, это такой как бы небольшой дефект в данном случае текстурок. Потому что здесь, как вы видите, нестандартные текстуры. Но в данном случае они очень прикольные. И я вот думаю, почему бы их не использовать. Далее, вот здесь мы, смотрите, поднимаемся вот 2, 3, 4, 5. 5 в высоту блоков ставим. То есть здесь все четко. Далее, народ. Вот здесь, значит, ставим по бокам 2 таких голубых блока. А потом, значит, вот здесь сбоку ставим 2 синих и вот так, короче, вниз идем, короче. Вот как бы такую F нарисовали, а с этой стороны как бы буква F только уже в зеркальном отражении. То есть все, поставили. Далее, вот это надо будет все заполнить голубыми блоками, то есть все мы заполняем. Получается довольно вроде прикольно, и я скажу даже, что похоже, да, похоже на Человека-паука, то есть однозначно. Далее, смотрите, народ, здесь мы делаем пояс, соответственно, здесь красного цвета. Все, значит, такую сделали штучку. Далее, смотрите, народ, мы вот здесь ставим такие два синих блока. На них, короче, ставим опять два красных. И мы сейчас будем делать узор паука. То есть, как вы, наверное, помните, у него на спине тоже такой узор паука. То есть, вот так мы делаем, типа, вверх поднимаемся и вот так. Тут, конечно, блоки как-то сливаются, но в данном случае, надеюсь, вам все видно. То есть, все равно же они подсвечиваются, и я думаю, все более-менее понятно. Так, значит, все, поднимаемся. Ну, кстати, еще приходили предложения, чтобы я построил Росомаху. Скорее всего, Росомаха тоже будет, все-таки он во вселенной Марвел играет далеко не последнюю роль, поэтому, скорее всего, эта моделька тоже будет построена. А, и, кстати, я так также не забыл, кто-то давно просил, чтобы я построил модель Спанч Боба. Это когда я сделал домик Спанч Боба. Кстати, кто не смотрел, зацените домик. Кто-то написал, чтобы я построил модельку Спанч Боба. Даже, по-моему, несколько человек отписали. Да, вроде было там прям 5 или 6 даже человек. В общем, ладно, я тут все посмотрел, вроде все правильно. Далее, смотрите, мы вот здесь все застраиваем. Так, сейчас я посмотрю. Да, здесь вроде все четко. Начинаем, значит, застраивать все это голубым цветом. В общем, народ, скорее всего, вот эти все модельки супергероев и просто из мультфильмов я, скорее всего, тоже реализую, потому что это довольно круто, да, довольно круто и необычно. То есть такая моделька всем знакомая, и, соответственно, каждый ее может построить где-нибудь на сервере или просто как бы когда играет с друзьями. В общем, почему бы и нет, да, скорее всего, будет построено. Далее, вот здесь, значит, все мы застраиваем красным, то есть поднимаемся наверх, все это, значит, красным застраивается. То есть самый сложный момент мы вот спину сделали. Я, конечно же, сейчас покажу, прям отлечу чуть подальше, и вы увидите, как все блоки стоят, соответственно, чтобы, если что, повторить. Вот, посмотрите, как это все выглядит. Если что, вы сможете это зарисовать.
и сделать точно так же. Соответственно, сейчас мы будем делать руки. Вот здесь, значит, делаем вот такие два блока красных. Да, застраиваем все это дело. Теперь, народ, берем, значит, голубой материал и вот так ставим, значит, 4 на 4 как бы квадрат, как будто бы голубой. Далее, вот здесь, значит, ставим вот таким образом синие блоки. Потом вот сюда, значит, один голубой блок. В общем, здесь мы соединяем прям к стенке. Здесь тоже синие. Да, довольно прикольно получается. Однозначно, я прям уже вижу прям готовую модельку. Вы, наверное, тоже уже, можно сказать, видите. В общем, здесь тоже доделываем. Я сейчас денек сделаю, прописал денек. И, соответственно, достраиваю голубые блоки. Все, получилась такая как бы рука. Теперь надо сделать кисть нашей руки. Соответственно, она будет красного цвета. Так, слишком я низко опустил. Да, вот так, наверное, подойдет. Все, теперь все вроде прикольно, да. Прям ровно стоит. Теперь мы это все дело поднимаем наверх. Аккуратненько прям поднимаем, поднимаем. И все, получилась такая кисть руки. Она тоже красного цвета, кто помнит. В общем, я постарался передать, так сказать, костюм Спайдермена. Поэтому надеюсь, у меня получилось. Да, ваши комментарии пишите. То есть, получилась у меня моделька или нет. Конечно, она еще не достроена, но я думаю, вы уже видите, что Спайдермен, можно сказать, получился. Далее, смотрите, я строю вот так блоки. Так, сейчас я посмотрю, как я строил. Да, вот здесь, значит, мы делаем такие два блока. Далее мы, значит, вот здесь ставим такие голубые блоки. Здесь, значит, я посмотрел. Так, надо прям так же сделать. В общем, здесь, значит, ставим синих вот так два. Далее, сейчас посмотрю. Да, вот почти все получилось. Единственное, тут вообще кропаль уже достроить. Вот здесь два синих, а остальное все надо голубым заполнить. Соответственно, все это заполняем голубым цветом. Так, это типа, знаете, такой узор, как будто костюм, ну, немного он там переливается. То есть, я не знаю, он из латекса сделан или еще из чего. В общем, здесь, значит, соединяем все вот таким образом. Кстати, вот здесь надо заделать. А заделываем, все. Прикольно, да, получилось. Теперь, друзья, нам осталось только соединить нашу модельку. Соответственно, мы вот здесь, значит, доделываем ноги красным. То есть, вот так. Потом далее мы выбираем цвет. А сейчас скажу, какой. А синий, да, вот таким образом ставим. Так, вот здесь тоже. Так, сейчас я посмотрю. Вот здесь, в общем, тоже мы сейчас будем застраивать. В общем, берем, значит, голубой цвет. Вот так, значит, застраиваем. Так, вроде прикольно. И далее вот здесь, значит, застраиваем все это голубым. Так. Да, все, получилась вот такая нога. Далее выбираем красный цвет. Так, сейчас я посмотрю. Да, вроде все четко. Сейчас я тут прям... Да, выбираем красный цвет и начинаем строить плечо. Строим, значит, плечо. Далее вот здесь, значит, чуть ниже опускаемся и прям ведем. Как вы, наверное, помните, у него, то есть на руках такие как бы красные полосы были. То есть эта полоса как раз она остается. То есть тут довольно очень легко руки делать. То есть просто берете и красными блоками все заделываете. Далее вот здесь мы, значит, ставим вот так красные блоки. Все, получилась уже готовая рука. Да, реально круто. Теперь нам надо сделать с этой стороны. Соответственно, руку мы очень легко делаем. То есть просто берем красные блоки, все это, значит, соединяем. То есть тут нету ничего сложного. Довольно даже очень легко, на удивление. Наверное, моделька Бэтмена тоже будет довольно простая. Хотя нет, там есть тоже такие, знаете, отдельные свои нюансы, которые очень трудно, наверное, сделать. Я, во всяком случае, эту модельку построю. Потому что, во-первых, очень много людей просило, чтобы я сделал Бэтмена. Вот я когда построил Дэдпула, там сразу было два комментария. Построй Бэтмена, построил дом Дэдпула. Опять народ пишет, построй Бэтмена. Я, конечно же, слушаю своих подписчиков. Если подписчики хотят Бэтмена, конечно же, я построю Бэтмена. Почему бы и нет? Достаточно хороший такой герой. То есть, ну да, да. Почему бы и не построить? Далее, вот здесь мы, значит, все заполняем красным, то есть это мы уже сейчас почти подошли к концу видео. Сейчас осталось только сделать голову, и все, друзья, Спайдермен будет готов. То есть, да, вот такая вот штука, прикольно, посмотрите, да, получилось. Теперь, народ, осталось только построить голову, значит, берем, ставим 8 блоков, их даже почти не видно на фоне этих блоков. Сюда выставляем 2 блока по 2, так, 2, 2, 2, 2, 2. В общем, высоту ставим
8 блоков. Вот все, я построил 8 блоков. Соответственно, вот так мы, значит, соединяем. Здесь не обязательно вот так застраивать. Вы сейчас поймете, почему здесь будут глаза. Выбираем черный материал. И вот здесь, на втором блоке сверху, мы ставим вот такие два блока черных. Потом как бы один такой выступ. Вот здесь мы ставим белым. То есть это у нас уже глаза получаются. Вот таким образом, вы видите. А далее, вот здесь, значит, ставим вот так черный материал. А здесь тоже вот таким образом, все, вы видите. Далее, вот здесь мы, соответственно, тоже как бы зеркальным отражением делаем наши глаза, то есть все черным застраиваем. Так. Да, прикольно получается, однозначно. Далее, вот здесь, значит, выбираем красным, все это, значит, застраиваем. Да, получилось реально круто. Теперь вот с этой стороны мы вот почти все сделали. Осталось только сейчас сделать очертания нашей головы. А, и, кстати, вот здесь немного глаза надо подделать вот таким образом. Опс, немного неправильно, вот так, да. То есть теперь все четко. И вот здесь ставим вот так два блока. Я там лишний один сделал, этот нижний убираем. Все, получилось прикольно. Теперь осталось сделать только очертания нашей головы. То есть мы вот здесь берем, ставим блоки. То есть, да, народ, почти готово. То есть моделька реально очень похожа, я считаю, на Спайдермена. Так, в общем, смотрите, здесь должно получиться 8 блоков. Прям считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь ставим 8. Восьмой блок мы поставили. То есть голова у нас 8 на 8 получается блоков. То есть все как бы обычно. Здесь я поставлю сейчас грани, чтобы вы видели очертания нашей головы. Чтобы, если что, как бы смогли построить вообще без проблем. Хотя я думаю, здесь и так все понятно. Как бы моделька легкая на самом деле, но в то же время Спайдермен. Я не мог проигнорировать просьбы людей. И как бы супергерой, как-никак, надо его построить. Значит, все, построена, значит, такая голова. Я этот момент, как бы, весь застрою полностью голову, это все пропущу, и вы уже увидите готовый вариант. Все, народ, построена, значит, полностью вся моделька, она вся застроена. Давайте облетим, посмотрим. То есть, да, реально очень похоже на модельку Спайдермена. Многие, кто хотел поставить Спайдермена, я выполнил вашу просьбу. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть, и всем пока.